Всем привет! Продолжаем играть с братишкой в Доту 2, All Peak. Продолжаем испытание героев, так сказать. Так, ну пойдем наверх. А чё у меня персонаж какой? О, у меня Undying, слышишь, как раз в харду. Мужики, могу, здорово всем, могу сразу Undying ферспиком выдать прям. Чё говоришь? Не слышу. Делаешь, как пожелаешь. А, все, базар. Чак, услышишь одно? Да, я со спектром платим. А я желтым. Я наверху буду. Ты не подземлит? Ладно, похуй. Так, Дамир. Ну там пуч жирный, может Никра какого-нибудь выпустить. А ты уверен? Я его рубить буду, мне все равно. Просто сейчас зачпокаем, пофиг. Давай посмотрим, ладно. Не, Дамир, там Некр вообще идеальный пик. Там, блядь, Бристлбэк, там пуч. Так, ну ты фармить будешь в любом случае. Так, ну Undying, наверное, полегче будет. Надо понять, как у него этот работает дикой, или как он называется, дикей. Типа, чем больше целей, тем больше КП. Ну, если только кристаллку рубить с ульты. Ну, стип вообще что, берет? Нет, что-то. Ауру бы в Веном разве нормально на Undying брать? Да, вот это хороший, нормально. Ластилер хороший пик. Но на мид я не знаю только. Лайстиллер хорош, однозначно. Блин, не знаю, что купить, типа. Ну, пока первая игра, ладно. Пока посмотрим, да, вот так закупимся. Всё. Не шарю за Андайнга, что там. А, ну, у нас, в принципе, есть этот. А там он гореть будет нормально. У нас веник есть. О, нифига, что он несет конфеты. Сюда давай конфеты свои, блядь. Сюда нахуй. Конфеточки, блядь. Пошла жаришка. Мужики, работаем. Так. Не знаю. Приготовьтесь к битве. Даже не знаю, а что такое второй? А, он высасывает, да-да-да, помню. Красную хуйню. Кровь там идет прям. Из пизды. Так, ну не знаю, давай первый попробуем. А может Базилу на нее тоже тарить? Undying он же силач, да? За руну пиздимся, мужики. Кто ж не там включал? Проебем эту войну. Думаешь? Конечно. И у нее за такое короткое время с перезарядкой 13 секунд не спите, что по силу, чтобы мы могли их отпиздить. Только ЦМ-ка там, знаешь. Ну тут что, уровень игры решает, они, может, не шарят за эту хуйню. Шамблин. Че, реально на нее арканы тарят? Ну тут, я так понял, шмотки на саппорта, типа. Undying. Но я буду саппортить в любом случае. Лучше сейчас скорее всего хукнет. Битва начинается. Пуч ланд меду. Все нормально, нормально, нормально. Бывает, не расстраиваемся. Да, персонаж у меня, конечно, быстрый. Yes. I will. Чё у нас папич здесь? Папаня? My will. Ой, и кристалка. Кристалка, я тебе ебальник ломать буду. Хочешь? Не-не, все, я понял. У тебя второй скилл, у него первый. Я вашу задумку раскусил, гандоны. Подойди к крипам чуть. О, молодец.
подспижу тебя, здоровьица. Что, мы ЦМ-ку будем трогать? Наверное, да. Можешь ее разминать периодически. Ой, хороша, девочка. Орехи, что делаешь? Что у тебя с микрофоном? Не, это я так громко просто сказал. Резко, прям жизнь. Не, он тебя, типа, питание не подает в какой-то момент, и потом, оп, резко ты начинаешь орать, и он дофига давит. Нет, подойди, ты все равно жирный, ты что не там? Не-не-не-не-не-не-не. Ты жирный. Все нормально. Я делаю. Ладно, мы с ней будем, короче, драться здесь. Хорошо, понял? Курьер сил света был убит. Это что, мой курьер убили? Нет. А че он фидит, что ли? О. У нас тип. Это не знаю, да вряд ли. Мы его убьем сейчас. Хорош. Ты, я твой сейчас опорю. Ну, разомнем, разомнем его, разомнем. Все, забей, 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 забей. Нормально там лезет что-то из тебя, да? Да это у меня зомби так. Вообще больной тип. Да это у меня зомбарь. В играх своих, да. А я умер. Тоже, да. А я умер, нифига себе, прикинь. Жирный и умер, прикинь. Ну, потому что ты стоишь, чисто с ними что-то мочишься, я не знаю, что тут. Да я пока еще думал, что покупать. Ну да, ты еще постой. В магазе смотрю. Ладно, нормально. Смотрел, показали тебе. Все-таки не играл долго нормально. Нормально, ты там фарми, я их зоню. А зачем первый скилл дал? А я тебе такой дам. Давай, добьешь в следующий раз, может быть. Типа, вот ему подарок, в принципе. Заморозит ли? Фига, это чулки такое. Дай тычку. Вся будет. А, нифига понял. Себе урона, офигеть. Я думаю, не хватит. Я тоже вроде, думал. Вроде хоть и второй, но чё-то там... Чё-то жёсткий какой-то. Ну да. Там как будто крит выпал ещё. Не, я говорю, какие-то эти, блядь. Ну, понёрфили. Персонажи какие-то ебанутые стали. В раз пять как будто так, ну, чуть-чуть дали. Сэмка, дай потрогаю за попу. Хорош! Чё, у меня пиздят. Рады тебе, конечно. Что-то так говоришь, да я что-то удалось. Сомневаюсь как-то. Так мы ее еще убьем сейчас. Давай. А у меня не хватит, наверное. Если я... Стой, я убьешь? Скажу, да, стан. Хорошо. Я думал... А, не, а я хочешь меня убить? Я попробую байтить, конечно. Я его не оформлю, ты что? Не, я, конечно, все понимаю, но у меня маны нет столько. Не, все, уйди. Нормально, ладно, размяли. Маны нет просто. Блин, базилку бы сделать идеально прям было бы. Да, отвали. А чё у меня... Ой, чё у меня у курьера 2 хп? Ты далеко один. У всех 2 хп. Не, у курьера. Меня он... Ну, 1 хп, и всего их 6. Реально? Да. Курьер, у меня 2 почему-то было. Ты дура, куда ты лезешь-то? Ну, убьёшь ты меня, старая карга. Блин, лотусов не жалко очень. Ты один. Так я ему еще ебал, еще сломаю, смотри. А, так я ему дротик еще вдогоночку дам вот такой вот. Не, я не убью, добьешь, если? Сынок, куда ты на папу? Все. Сыночек хотел с папой. О, у меня еще и базила пришла. Идеально. Реально, один хп почему-то у него типа, он не фуловый. Ну, может, родился таким недееспособным. Он, конечно, уже давно со мной. Войну, конечно, афганскую проходил. Какого хуя? Ты давай это, папаня, не подходи. Я зомби, блядь! Я за льда там мёртвый. Парню добил.
Ой, блядь, как же монах хилится сочно прям. Если сейчас... Первый кинь у него, ёбаный в рот. Все нормально, нормально, мужики. Спал. Не-не, я так размял. Я тоже, типа, я не пойду далеко, я слишком тонкий. А меня пусть хотят, да? Да пусть хотят. Да, ЦМ-ку можно. Просто. Бля, посиди, нет, посиди, нельзя, посиди, нельзя, чуть. Нельзя, нельзя. Я нет. Умер, походу, еще, да? Нет. Не, мне, короче, давай, добью, мана добью. Нужна, капец. Ой, крипа дал. Нормально. Ой, ненормально. Есть что-то? Первый, дай просто. Не-не-не-не-не. ТМ-ка в кустах. Да, ну, ну, ничего делать. Я бы убил, кстати. Вон ТМ-ка. Ой. А, можно. Тогда давай. Сори. Бля, я не то скачал. Ой, как повезло, ты видел их бы? Нет. Охренеть. Он мне 20 хп оставил. Блять, мать ебал, не та кнопка с Сагинденом, блядь. Лотус есть, кайф. Не успел от... Ой, ёб твою мать. Бля, я умер, что ли? Сейчас со следующим котиком заберем. А, у меня этот пришла. Она еще умереть может. Ты шлюхи на крипе, иди нахуй, урод. Он мне сейчас если даст. Нормально. А мы его убьем сейчас еще. Думаешь? Да. Не, эта тварь подходит, отходи. Бля, да. Первый скилл от КДшился, мы бы попиздили с ним. Арканы сейчас принесу. Давай. Я здесь одну штучку сейчас заберу. Есть, конечно. Жалко, шестой уровень не дали. Ну давай, ладно, Блэдмейл. Меня фокусить будет. Да, есть варик. Слушай, а мы этого дурака сейчас убьем. У меня есть два спелла. Давай. Всё, вот гандон застопил. Я убью. Убьешь? Да. Ой, блядь, нет, а нет, почему нет. У меня скилл? Нормально. Выходим, пушку еще. Айк, забрал. Ладно, нормально, я саппорт. Слушай, надо под это, под тамбу отыграть. Давай. Я специально поставил. Ну ты прям, я не ожидал, что ты вообще по тамбу поставишь. Да. Я еще и два прокачал случайно ее. Два? Ой. Двойку. Старый сейчас ветер. Сломается над грудью. Да сейчас у этого... Ой, не, сейчас у меня кабина сломается, чувствую. Ты прилетишь? Я флатку тебе дам сейчас. Хорошо. Я так. Иду. Я на тебя просто тапаюсь. Оп. Ага. Все, иди сюда. Так, сейчас я маны потрачу и арканы еще залью. Оп. На. Спасибо. А, у меня манга есть. На. Спасибо. Я специально купил с респа. Так, сейчас отзоним. Ага, отзонил. Не, нормально. Здорово. Че, пиздиться будем? Ну ладно. Подожди ты до крана. А если ты ее слышишь, притяни-ка ее. Пусть крипам подойдет. А, ладно, ты ее убьешь и так. Нормально. У меня есть ульта, у меня есть тамба. Мы его сразу косим. Ну сейчас пуш сюда, скорее всего, придешь. Дашь мне, я с дрочка добью? А, блядь! Сори. Да что, пофиг, нормально. Я не хотел. За тамбу. Почему-то второй скилл слишком мощный стал. Да, кстати, сори. Он прям дальность у него хорошая. Ладно, я ульту прожал. Давай сейчас спушим. Гоу. А, там этот сзади. А, там этот. А чё за засада, мужики? Алло. Я стоплю, убегай. А, там еще типа. Там пацаны, да, подошли. Там, блядь, долбоёбы. Ты хочешь драться? Так а мы сейчас их еще размонтим, просто. А, там еще подошел. Подожди, я, кажется, умру сейчас. Ну, сейчас с нами тип зашел. Блять, зачем этот спектра пришла? Нахуй понять надо. Ой, как он отгрызает жестко ластиллер, контрит жирных персов. Давай, пойдешь в следующий раз. Но не сегодня. Пуджа можешь попробовать ластиллер. Ну,
Я от ТП сейчас 9-8 секунд. Драться, драться, драться. Лайстиллер, вылезай, грызи. Давай, давай, давай. Нормально, 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 нормально. Нормально, нормально. Дальше, у него ульт, наверное. Я лечу, лечу. Я умер. А, я могу тебе заливать хп, точно. Но я не успел. Ну ладно, больше. Арканы, арканы, арканы. Для своих. Вот, просто. Это было просто, чтобы это чем. Надо, не надо. Все, зарашите этот башню. Лучшие мужики. Не, охуел что? Не, бля, слишком жестко. Где крипы эти, ёбаные? Ладно. Где крипы, бля? Я их рот ебал. Сыны, бляди, тупые, сука. Конченые, блядь. Тут 4 перса сверху, кроме бриста, все. Ёбаные крипы, блядь. Гандоны. Да, дергайте бриста, подходи, виномансер. Вашу нижнюю башню атакуют. Бля, виномансер глупый такой, пиздец. Они еще и не убьют его. Так, подожди, я сейчас что-то активирую, хуйню какую-то. Что мне надо? Сток 50 к мане, 2 восстановления здоровья. Ну давай, не знаю, этого не хватает, давай вот это. Какой вардик надо? Мне похуй, я и доски взял. Пацаны, я прям влетаю. Тяни меня. Да, я тоже не знаю, я хотел забайтить, но ладно. А, ЦМ-ка в лесу, реально. Была. У меня все есть, можно делать. Пошли. Будь тебя хавать, нет, я не понимаю. Не, ни хера себе, он слышал, пшикает, нормально так. Я умер. Блин. Ебать, мы четвером пососали. Ну хотя башню крипы ебучие. Нихуя, да? Или хуя? Да мы эту башню отодрать не можем просто. Я хочу зарашить, блядь, эту башню, но не получается нихуя. Магнус, там в пятером они приходят дефать одну сразу. Снизу уже забрали все. Блядь, это даже, сука, не может ничего сделать. Придурок ебучий. Да не, он на одноруки, человек. Да это крип, забейте нахуй. Я смотрю, это реально крип на виномастера, он глупый. Он не умеет типа шпиль. В эту хуйню. У нас, короче, пизделки 5 на 5 наверху происходят. Если хотите присоединиться, мы будем рады. У нас по КД нахуй тут сверху долбоёбы эти. Идем. Он что, видел меня, как думаешь? Ваша цена. Думаю, да. Я типа долбоёб. Вы без меня, я. Нормально, я забайтил. Сейчас Магнус забайтит вас. Бегу, парни, бегу, бегу. Хорош. Да, забей. Че я бегу-то? Ну, пошли всем хоть. Вашу нижнюю. Жёбаный крот. Дай потрогаю. Ла, разберитесь. А почему меня морозит, тип? Из всех пятерых он меня морозит одного. А ты кэри, потому что. А то, что я прибежал с другого конца карты, его вообще не слышал. Да не, он не видел.
Да, я сейчас зря шкалет покупал, БФ. О, вон он, вон он, видел, 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 вот он. Спектра. А, я, а, я спектра знал, кто тогда был. А, не, у Магнус атакер, чё, что есть? Бриз, не сбриз, бриз, 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 вообще печально. Пуч в кустах. И пуч в кустах. Ой, ну, там, тут этот... Там пати друг. Нахуй. А ты меня тоже не трогай, что соло. А, не трогай. А! Ты жирный тварь, ты не хукай меня только. Прощай. Долбоёб. Ты думал, я специально, что ли, нахуй? Ой, специально говорю. Ты думаешь, я нуб, что ли? Я байтил, специально стоял. 50 урона от дикей, 50 урона, блин, не знаю, наверное, в лейте больше тамба решает. 15 секунд, существенно. Все нормально, мужики, нормально. Я их забайтил, нормс. Я их забайтил, я их отпиздил еще. Я вообще саппорт, если что. Держу в курсе. Я могу умирать хоть каждую драку. Хоть первым ложиться. Пуджа надо дернуть. Еже дерни его, бля. Где куст? Твари, забирайте мой ким несчастный. Центральная башня противника разрушена. Сейчас подождите, я к барыге зайду. Тех. О, здорово. Ну-ка. Ты пердун старый. Блять, зашел к барыге, нашел чувака, ну ладно. Ну, а чувак меня сам нашел. Ты получил от меня тоже. Соответствующе. Тоже на фантомку лезь себе дороже, мне кажется, ребят. Ладно, давайте снесем фронт. В кабину. И все. Пуч тянешь? Пуч, давай. Я верю в тебя. Центральная башня противника разрушена. Пуч тянешь меня под Т3, давай. Ты тамбу поставь куда-нибудь, Тим. Гости чисто. О! О, пуч, пуш, пуш, вон. У него линзы даже нет, кстати. Хук у него. А он через него... это хукает? Вот отсюда. Он ты через что? Вот это хукает? Как? Через а червячка может или он червяка хукнет? Нет, он через червячка может. Это ну, он на ФК стоит. Мы тоже что-то боимся заходить, и он боится. Да, есть такое. Ё-моё, только отойти хотел. Давай, чё там, будь, давай. Ууу, не-не-не, я не пойду. Не успел. А, давай! Драться, лезьте, суки! Вот и всё. Да, дальше. Да, меня... Следующего. Да. Бриста убить, Бриста. Ладно, он чё-то плотный, не-не, а там байбек. Не, чё-то я люто. Я про Варайс Кинга забыл, что у него ульта есть. Вашу нижнюю башню атакуют. У него ульта, короче, вторая жизнь. Прикинь. Я забыл. Я что-то прям драться сразу в трон хочу еще. Вы же понимаете, я пиздиться люблю. Как в реальной жизни, нахуй. Но я не успел ничего прожать, поэтому нормально. Плюс у них преимущество Т3 было. Надо, короче, пофармить сейчас крипов. Мне Кирасу надо доделать. Там бред жирный, нам сильвер нужен. Зачем? Чё, он пассивку отключать эту? Его слежу. А, Бритсту. Поэтому не попал. Бля, чё-то не рассчитал немного. Ладно. Чё-то хотел помочь, чё-то хотел пофармить и в пизду, короче, пошел. Ладно, пойду ссать, а то мешает ссать. Вот.
Сейчас приду. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Так, я тут. Что на F8 покупается? У нас тут суета намечается. Парни, помогите. Я иду. Парни, я далеко, отойдите, пожалуйста. Я сейчас буду лечиться. У нас Виктора поехал туда. Все, я лечу, я лечу. Я залагал. Оп. Нормально, поулетал. Ладно, давай я влетаю. Подожди, подожди, у него РП, у него РП. У него РП, у него РП. И что мне делать теперь? Да забей. Не переживай. Все нормально. Я разрулил. Ну да. Но ты только добил, а я всех блейдмейлом жёг. У меня блейдмейл. Ну, ты самый главный. Я всех тут заебал, в солнце. Ну, я видел. Они сами себя убивали. Салат просто. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Это все они сами виноваты, понимаешь? Это, ну, иллюзия как бы. Это не я, это ты все. Конечно. Ну, мы все видели, мы глаза просто закрыли. Вот факты. Солянова разделал сынков. Ну, было. Мы просто закрыли глаза, чтобы не этот... Не, один потом. Ты закрыл, все видели. Да, у ну, меня запечатлено, потом посмотришь в повторе. Да, никто видос. Не видел, по-моему. Там уже путь сдался, все, наигрался. Тихо, мальчики, это вы их забираете, а я потом убью. А что у нас команда будет, мужики? Думаю, надо прийти. У нас типа повезли. Улетите, я их убью. Бля, ебаная тамба, я урод ебал. Давайте, пока. Ой, а тут еще путь что ли играет, ёб твою мать. Я, блядь, пизжусь, значит, эта крыса пукает меня. Бледота. Офигеть, три мяса подряд. Виномастер, у тебя ульта есть, брат. Можешь даже в одного бриста нажимать. Он сгниет жестко. Можете убивать его, убить ульту, дать убить его. Его убить надо 100%, он пиздец его урод. Мы сейчас все, если пойдем, он нас всех отымеет потом. У него, у тебя, у виномастера... Куда он ульту проебал? Он ж, блядь, какой ты ебанат, это пиздец. Бля, вахуй. У него же ульта была, куда делать? Долбоёб ульту просто въебал куда-то уже. Секунды не прошло. Так ты ему сказал, ты нажать. Идиота ебаного. Пиздец, я вахуй снял. Он, блядь, знает, как ульта у виномастера работает? Ты теперь узнал, что ты один раз просто посмотрел на жопу. Ладно, отойдите. А вы придите. Керасу доделаю. А, можно. Я тогда тут ВК больше доделаю. Блин, с этим, что ли, познакомиться?
ёжик. Ты без головы, без ножек сейчас станешь, эти яйца отрублю. Ладно, я иду, вы что там пиздите жёстко. За мной Лёрик идёт. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Да, я сейчас подойду. Да, он уже ушел. Тоже в секунду свалил. Боится, похоже. Я иду. Да надо бреста отпиздить. 5-7 чисто отдам. Я иду, иду, иду к вам, близко. И, а где кобыла? Да, вон вис ушли. Куда делся? Вон. А, у меня что-то будет. Другальки, варды, пожалуйста. Посвети, посвети, посвети бреста. Оп, кабина улетела. У тебя ульта есть уже? Сейчас прилечу за тобой. Хорош. Там пучше. А теперь спасайте меня. Да я тебе сейчас отрыгну, дура. Ой, блядь, куда я нажался, блин? Стопом. Эй, не попал. Все, ладно, что, сносим фас. О, у меня сатаник летит, нифига себе. Вашу нижнюю башню. Я забыл про них. Хорош! Лайстиллер хорош. По улице типа снизу. Он меня захилил. А, ну вот это вообще не разрушен. А, у меня БКБ летит, не сатаник, жовник. А где Сэмка? А, вот он. Ну и не хочет. Пираться прилетит, сейчас выиграем. Да? А мы выиграем? А, бля, не увидел. Бей кирасу. Ладно, за этот трон, 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 бей. Бей трон. Сейчас проиграем, трон бейте. Ладно, в соло выиграю вам. Спасибо за игру, лучшее. Не добили, да? Соло. 34 помощи, 34. 34 помощи. Ты в курсе за меня вообще? 19-3, лучший саппорт мира, топ-1 сейчас. 34 помощи. Я в ахуе. Как же я делаю жестко. Не, мы выиграли благодаря тому, что пик правильный, вот и все. Так если бы я не взял фантомку, мы бы сейчас урона столько не нанесли. Не думаю. У нас контрпик жирных персонажей был я, потому что я высасывал жестко. И лайфстиллер. Он правильного перса выбрал. Ты высасывал только то.